Всем привет! Сегодня я хотел вам показать одну интересную штуку, которая может пригодиться в хозяйстве. Этот пакет с Bluetooth звуковым приемником. В принципе, это тот же AUX, но через Bluetooth для тех устройств, которые не поддерживают Bluetooth технологию. Где он может быть применен? Например, в машине, там где магнитола не поддерживает Bluetooth, но не хотите мучиться с проводами. Ну или еще вариант, допустим, у вас стоит домашний кинотеатр, много больших колонок и вы не хотите тягать провода по салону. Итак, посмотрим, что идет в комплекте. Вот такой упаковке поставляется данное устройство. На данной модели именно уже указано, что это для машины. Но в принципе его можно использовать для любых других устройств. Итак, смотрим, что идет в коробке. Само устройство. Вот так оно выглядит. С одной стороны мы имеем microUSB порт, с другой стороны выход на мини-джек. Дальше кабель USB, microUSB для зарядки. И переходник, который вставляется вот сюда. Итак, друзья, сейчас продемонстрирую, как это работает. Берем само устройство, нажимаем на единственную кнопку и ждем появления двойного сигнала, красный и синий. Все, теперь можно отпускать. Вставляем его в приемник, режим AUX. Берем телефон, заходим в Bluetooth соединение, нажимаем поиск. Готово. Вот это устройство EP-B3511. Нажимаем подключить. Готово. Теперь, когда мы на телефоне запускаем любую музыку, допустим, переходник, устройство передает ее сразу на проигрыватель. Как видите, задержки нету. Все отлично. Вот так. На этом, пожалуй, все. Если вам понравился товар, можете перейти по ссылке в описании и заказать. Стоит он дешево. Если возникли вопросы, задавайте их в комментариях или в нашей группе ВКонтакте. Ну а я с вами пока прощаюсь. До новых встреч!